традиции готовим с Сергеем Колосовым, шеф-поваром ресторана «Прайм». Ну и по традиции радуем всех-всех-всех всякими вкусняшками на завтрак. Сергей, чем будем радовать сегодня наших слушателей, сегодня зрителей? Мы попробуем приготовить картофельные вафли с мраморным сыром и беконом. С чего начнем готовить? Вот возьмем картошечку. Так. Заранее почистили, надо ее порезать помельче и отварить в кастрюльке. Ты и я. Давай ты. Сегодня какой-то день лени. Сегодня же выходной, день лени. Поэтому я просто посмотрю. Пока он чистит картошку, я могу сделать то, ради чего я, собственно, каждое утро просыпаюсь пораньше, чем все мы остальные. Попить кофе. Я, может, сотенчик поставишь поближе, да. Я буду ее туда скидывать. Нет, ты мне дай его, я сначала туда все скину. Давай, надержи сотенчик. Сотенчик. Вообще, на твоей домашней кухне картошка частый гость? Да, я люблю картошку. А в каком? Мне кажется, в любом доме картошка это, ну, такой один из основных ингредиентов, хотя некоторые отказываются, наверное. Ну вот я хочу сказать, что я люблю картошку, мне нравятся блюда из картошки, но я себя действительно искусственно ограничиваю. Я люблю молодую картошку. Вот ту, которая вот была на грядке, и уже сейчас, короче, раз, и уже на твоем столе. Да. Ставлю на огонь. Сколько примерно варится такой порезанной картошки? Минут 15-20. Минут не, 15? Не в соленой воде. Не, почему не в соленой воде? Ну, потому что в солевой среде овощи труднее приготовить. То есть, друзья, это такой небольшой лайфхак. Хотите, чтобы картошка ваша быстрее приготовилась, солите ее в самом-самом конце. Да. Варим картошку. Пока варится наша картошка, давай напомним нашим зрителям о том, что мы с большим удовольствием ждем вас ваших рецептов. Добавлять их можно в нашей социальной группе ВКонтакте или в Фейсбуке со своими рецептами, с картинками. Ну а мы попробуем, выберем лучшее блюдо и попробуем его повторить здесь в нашей программе. Ну и, соответственно, расскажем, кто приготовил и сравним. Да, сравним. Да, покажем фотографии. Да. До и после. До и после, то есть продукты разложены, а потом сложены в блюдо. Картошку мы сварили, осталось ее слить, начать мять, сделать из нее пюрешку. Сергей, постолик, поскольку там горячо, я предоставлю эту возможность тебе. Прошу. Давай, хорошо. Мастерски, я бы тебе сказал так. Мастерски ты сливаешь картошку. Я бы стал вытаскивать ее, походу, потом. По одной. Он меня стебет. Огонь, жара. Ну что, тогда мне. Давай, я помну. А я тебе порежу. А ты мне порежешь пока. Ароматный. Сразу такой. Вкус грядки. Ой, прям запах лет, мне кажется, сразу. Так. Кстати, при выборе вот лука в салат, если я вот дома, например, делаю, я почему-то тоже предпочитаю вот именно зеленый лук, нежели репчатый. Дай мне терочку, чесночку потом. Держи. Чесночок. Я предпочитаю тоже вот зеленого лука добавить, потому что он дает совсем, совсем другой аромат, совсем другой вкус. Укроп. Укроп, да. По поводу соли и перца, мы их как бы особо... Не обозначили в самом начале, но по традиции надо сказать, что солить и перчить блюдо... Надо по вкусу. Надо по вкусу. Добавлю тебе масло сливочное. Давай. Ложечку. Прошу. Ложечку. Прошу. То есть у нас получается полкило картошки, грамм, наверное, 50-70 масла, лука грамм 100, 150 грамм муки и грамм 120 молока. Пакетик разрыхлителя и яичко. Основа для наших вафель из картофеля готова. Нам надо пожарить бекон. Да, чтобы он был хрустящий. На нашем столе с тобой остается все меньше продуктов. Это значит, что все ближе и ближе финал. Скоро будешь завтракать. Скоро буду завтракать. Ура! Пей кофе, пока не остыл. Окей. Да, шеф! И... Великолепный. Просто чудесный кофе.
Но каким он еще может быть? А. В прайме. Б. Утром в выходной день. Чудесный кофе. Пришло время жарить в вафельнице наши картофельные вафли. Сергей, я опять-таки доверю это дело тебе, потому что, ну, мне реально жарко там. Проходи. Дорогие друзья, вафли мы нажарили, наши картофельные вкусные, в которых у нас есть и сыр, и бекон, и лучок, и чесночок. Прелесть, чудо! Осталось дело не самое сложное, но не менее важное. Нам необходимо красиво все положить и украсить. Это самое главное. Съесть. Давай. Ну, съесть, конечно! Приготовили мы сегодня картофельные вафли с Сергеем на завтрак. И самое главное, что нам осталось сделать с тобой, Сергей, это, конечно же, попробовать. Держи тебе приборы, давай. Мне приборы. Напомню, что внутри у нас находится бекон жареный и сыр. Сейчас будем искать. Сейчас мы его будем искать, надеюсь, найдем. Но, естественно, украсили все это свежими помидорами черри, базиликом и соус тартар мы взяли. Приятного аппетита, давай и тебе, Сергей, и мне, и вам всем. Дорогие друзья, всем приятного аппетита, хорошего выходного. Легкого утра и доброго дня. Всем пока.